вот оно здание. Let's roll to the dream. Ногами держишь стену. Это жестко идет прям. Это не сложнее, чем я думал. Брат, пора бы выпустить пар. Посмотри, какое солнце на небе. Отжиманий, я уже выдохся. Я тут, знаешь, заряжаюсь вообще от всего вот этого. Я тут еще видел марафон. Всех с Новым годом! Я рад, что вы смотрите это видео. И в этом видео уже, как вы догадались из названия, я буду выполнять 2018 отжиманий за один день. Итак, постепенно я буду объяснять, для чего и почему я это делаю. И почему именно 1 января. Но для начала давайте я первую двадцаточку отстреляюсь. Казалось бы, еще 100 раз так же сделать. Но руки быстро устают. В данный момент время 4:13 утра. Многие, кто заливают видео подобного формата, показывают время, но здесь оно роляет. Оно роляет, потому что сама суть 1 января, 4:13 утра, еще раз. 1 января, с Новым годом всех! С Новым годом тебя, друг! Так, и сейчас в заметках я сделаю запись того, что каждый час буду записывать количество выполненных отжиманий. В идеале до 24 часов, чтобы успеть, мне нужно делать 100 отжиманий. 100 отжиманий плюс, ну примерно 101 отжиманий. Правда, я хочу закончить 2018 отжиманий пораньше. Поэтому буду стараться делать побольше отжиманий каждый час. Сделаем первую запись. И введем количество отжиманий на данный момент. Выглядеть это будет вот так. Продолжаем.
красотка. И вы наверняка уже заметили, что я делаю подходами по 5 повторений, а не по 20, по 30. То есть я как бы не так крут, но спешу оправдаться. Я не спортсмен. Я простой парень, который уже начал метаморфировать в мужика. Мне 26, спортом никогда не занимался. Но хочу поддержать вот эту традицию. Исполнять отжимания на Новый год. Бегать, еще чем-нибудь заниматься. Выйти на площадку с утра. Они... Еще 10 выходных. Понимаете? Так что первая соточка, она исполнена. И надеюсь, это хороший старт. Я думаю, что это хороший старт. Двигаем дальше. 105, 105. Только начало. А руки уже устали. Ну, не прям так устали. Потому я делаю по 5 повторений, чтобы они быстро не уставали. Но уже чувствуется нагрузка. 115. 1903. Отжимания еще впереди. Двигаем. Че, типа так двигаешь, что ли? Да, как панда еще перекачивается. Вот что хотел я вам сказать. Есть такое движение. Зародилась она вот только в 2017 году. Называется Road to the Dream. И лидер этого движения, Игорь Ватенко, пожелал набрать 1 000 000 подписчиков к Новому году. Вот его канал. Так. Вы наверняка уже знакомы. И он чуть-чуть не добрал, но Игорь мужик. Сколько? 959 тысяч подписчиков. Ничего, все получится. Еще 40 тысяч подписчиков за первую неделю января. В любом случае бомбанет. Так что... Все будет супер, все будет good. Если вам интересен спорт, если вы не подписаны именно на данный канал, то подпишитесь, не пожалеете. Самый лучший вообще фитнес-блогер, которого я когда-либо видел на ютубе. А я уже смотрю, подписан на нескольких лучших уже год как. Но этот самый лучший. Тут 25 есть. Продолжаем дальше. Делаем узким ухватом. Широким. Средним. Меняем. Так, время 5 утра, 200 отжиманий готовы. Топим дальше. Топим, топим! Ух, 250. 250, и если вы все еще смотрите, то я искренне рад вам. И не думайте, что все будет происходить в этой комнате. Скоро я пойду на пробежку.
Я отсниму все еще и на улице. А пока 250. Дойдем до 300. До 500. До пробежки я планирую довести до 600. Минимум. Тогда как раз уже и посветлеет. Я думаю, что я заслужил сходить попить. Все, идем попить? Идем. Сейчас, допустим, то, что это можно как бы поделать, и кто-то посмотрит и скажет, что нереально, бро, 1 января все нормальные люди празднуют, и ты отжимаешься. Чуть позже наберу в гугле то, что вот сегодня 1 января, да, действительно. Я кому говорил то, что собираюсь 2008 с отжиманием 1 января делать, они говорили то, что нет, ты что, ты не будешь делать их. Вода кайфовая прям. А что еще есть? Это батарея, которая нифига не греет. Холодная такая перкотия. Точное время 5:52. 500 отжиманий есть. Скажи мне, пожалуйста, бро, 1 января 2018 года 5:53. 5:53.
540. Жестко. Вот это у стены, когда не вертикально стоишь, а горизонтально, но ногами держишь стену. Вот это жестко идет, прям руки вот полностью аж надрываются. Отжимание уже готово. Не знаю, сколько времени. И я уже пару раз сбивался со счета. Надеюсь, 600. Надеюсь, не меньше. Так что, ну, при перемотке посмотрю. Надеюсь, не меньше. Надеюсь, даже больше. Но все же считаем то, что 600 на данный момент. Сот отжиманий уже, друзья. И осталось 2 раза по столько же. И плюс 18. И должен сказать, это не сложнее, чем я думал. Я сразу думал и представлял, что это будет очень сложно. 700 отжиманий, я уже выдохся. Но будем делать дальше. Дальше. Еще 700, еще 700 и еще 18. С Новым годом! У-ху! Я так не умею. Короче, громко делать не буду. Дома люди спят. Вот, я не сплю. Очень сложно. Я говорил, что это как бы не сложнее, чем я думал, потому что я думал, что будет очень сложно. Так оказывается, это еще сложнее, намного сложнее. Вот. Сколько? 750 на данный момент выполнил. Вокти прямо орут. Остановись! Остановись, мужик! Или парень. Как бы мне точнее себя позвать. Короче, локти вот здесь вот уже прям болят. Вот чувствую, прям аж болят. Еще 50 отжиманий. И немного дам им отдохнуть.
Где-то часик отдохнем и продолжим. И 800 отжиманий. О, конкретно локти болят. Это просто нереально. Но 800 отжиманий исполнено, готово. Осталось 1218. И нечаянно прям 800 записал за этот час. Ну, то есть я же по часам записываю отжимания, сколько отжиманий сделал каждый час, чтобы не сбиться. Потому что сбиться можно легко, когда делаешь столько отжиманий. Так, 200, 300, 300, 800 есть. Увидел. Так, а на улице хожу вот зарядки, потому что камера разряженная, чтобы не села батарейка. И на улице у нас все еще темно. Все еще темно, темно, темно. Хотя время уже 7 утра. Все, душ, отдыхаем, завтракаем и идем на пробежку на улицу. Как раз посветлеет. Точное время 7:02. 43, 45, 46. И время день еще 1 января. До сих пор. Ва-ва-ва. Так, 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 время. Время у нас уже 10 утра, я хорошенько отдохнул 3 часа, только что позавтракал, прям только что, вот, ну только что закончил завтрак и... Оу, до сих пор 1 января, 10:04, что же мы будем делать? А, мы будем делать, прежде чем отправиться на пробежку, мы сделаем еще 200 отжиманий и доведем количество их до 1000. Так, я сказал мы, потому что отжимания буду делать я, а они меня будут поддерживать. Привет! Вот и все, я буду делать в этой комнате еще 200 отжиманий. Все, понеслось. Что там? А, это бубен? Да, вчерашнего дня. Да. Я вот в этой футболке как будто шире кажусь. Так, бережем свои локти.
1000. Еще столько же. Ты еще дальше хочешь? Половина. Побежали. Зарядку снял. Плеер, чтоб с телефоном не бегать с музыкой. Патрушик, ну как раз часик поработает там где-то. Итого мы сейчас бежим до дендропарка. Это отсюда 4,3 километра. Те же 4,3 километра назад уже 8,6 километров. И периметр дендропарка, насколько мне известно, 4 километра. Но по именно тем дорогам, по которым буду я бежать, примерно, наверное, около 2 километров. Получается 10,6 километров. Потом я прибегаю домой, еще делаю отжимания. И потом еще одна пробежка на 9 километров. Друзья, я вот добежал до административно-делового центра, вот оно здание. И хочу рассказать то, что когда оно строилось, я участвовал в стройке, ну я ведь электрик, пока работал в фирме Art-Kurlis. И вот видите те девятиэтажки, не эти, которые фасадные, а там во дворе. Две девятиэтажки я тоже участвовал в стройке. И вот именно на этом месте еще где-то 4,5 года назад вообще был песок. Просто песок и кратер, котлован, песок, везде пыль. То, что мы даже дышать не могли, но мы работали, мы строили. И я вот рад сказать то, что именно то, что я участвовал тоже, допустим, в постройке нового микрорайона, да, вот как он вырос.
И там сзади вот очень много девятиэтажек, хотя жилых я только в двух участвовал. И вот это 16-этажка Акимат. И прямо здесь, то есть в этом парке и по ту сторону Акимата, в общем, где-то еще 100 отжиманий сейчас мы сделаем и двигаем дальше. Есть 50, то есть уже 1200 отжиманий на данный момент выполнено. Сейчас, наверное, пойдем туда. Хотя, может быть, еще отжиманий 20 сделаю. 25. Еще 25, чтобы было 75. И двинем на ту сторону здания. Двигаем дальше. Есть 75. И двигаем дальше. Смотрите, что я нашел в рюкзаке. Вроде почистил его от инструментов перед Новым годом. Видимо, не заметил, но синяя изолента, она рулит. Друзья, она всегда приходит на помощь, она всегда выручает. Двигаем дальше. Знаете, уже... О, солнце, ты меня слепишь. Уже делать каждые 5 отжиманий становится просто очень сложно. Даже супер сложно. И еще такого теплого Нового года еще не было. Я вот не помню, чтобы был. Да, конечно, Новый год всегда теплый, но... Я, по сути, в простых, тонких спортивных штанах сейчас. И все, и вот кофта, сверху футболка, РД. Сейчас мы пройдем. Как бы нам пройти? А, вон там дорога, путь я вижу, все. А. Раньше тоже всегда, вот всегда на Новый год, почему-то в Шымкенте тепло. Сейчас максимум тепло. 10 или 12 градусов тепла в данный момент. Солнце. И нету никакого холодного ветра. И... Что еще хотел сказать? А, но январь и февраль у нас холодные бывают. Бывало минус 23, минус 25 вот в январе. Я как-то помню. Так что холод еще будет. Все, двигаем. Двигаем, двигаем. Теневая сторона, все скамейки ровные, вот это вот кривая какая-то, на ней мы и упадем. Так, ну, по ощущениям, такое ощущение, как будто я уже уничтожил локти, просто уничтожил, и все. Так, 7 подходов в данной локации. Так. Можно все. Уничтожил локти, поэтому нужна им разминка. Танец локтей.
150 отжиманий выполнено в данной геолокации. Фух, это просто невероятно. Фух. Так, дальше бежим в дендропарк, и там мы сделаем еще 200. Фух, побежали. Сейчас включу эту камеру, включу GoPro. Так, друзья, я вот встретил полумарафонцев. Вот, кстати, бегает один. В костюме Деда Мороза. И я думаю, мы еще увидим их немало, потому что их человек 5 как минимум было. Я постараюсь к ним подойти, если увижу их всех в сборе. А если не увижу в сборе, то кому-нибудь просто подбегу, поздороваюсь, получу заряд энергии. А пока... сделаем в данном месте. Сколько нам? 200 отжиманий сделаем. О! Так. 12, 13, 150. И еще 200 отжиманий. Ну, а, кстати,
Футболка Road to the Dream отлично смотрится на мне. Да вообще на любом будет смотреться. Вот, в полном росте. Покажу вам. И штаны. Штаны вообще отличные. Но это не Road to the Dream. Это просто штаны. Рад! Удачи тебе! Мужики, хорошей пробежки! Товар, но мы зачем-то тянем время на деньги. Брат, пора бы выпустить пар. Посмотри, какое солнце на небе. Жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги. Какого-то бляди в джипе. Или пошли. А кому-то коренные злые жители Москвы, прикинь, кого-то злит тандем, или то, что понта нет, а ты кто дэм сюдэм. Кого-то злят поборы, отжимы, откаты, или то, что для олигарха в роли лохаты. Кого-то злит плотняк в метро в час пик, кого-то сверлящие мозги, не дающий спать москит. Злит никчемный киносюжет, ЖЖ, или когда бомжи ночуют у тебя на этаже. Хочется праздника, но не позволяет бюджет, когда не важно, кто ты, а важно, чей ты протеже. Злит, когда человек и судят по ПМЖ. Злит, когда немного не... Семьдесят. Вот еще один марафонец, бегун. Друг, удачи тебе! Спасибо. То есть подруга. Ой, молодец. Все молодцы. И... Ох ты. Ой-ой-ой-ой, вот. И скажу, что я нереально крут. 1400 отжиманий, я раньше и представить себе не мог, что вот до 2 часов до обеда вот возможно, да, столько отжиманий сделать. И плюс еще пробежаться, сколько у меня на данный момент. 5 километров где-то есть. Меняем точку. 120 отжиманий сделано в дендропарке. И сделаем тут еще 80, но немного еще пробежимся перед этим. Руки отдохнут, ноги поработают. А все потому, что все-таки локти устают. И нужен немного танец локтей.
Так, нашел вот такой привал небольшой. Здесь еще сделаем 80 отжиманий. Вот какая красота. Сюда, наверное, никто не ходит. И на GoPro заканчивается заряд. На этой камере немного тоже. Ну, эта камера отжимания еще поснимает. Так, GoPro, я взял портативную зарядку, но она не успевает просто заряжать. Так что я не знаю, обратный бег камера заснимет или нет, но надеюсь, заснимет. Итак, 80 отжиманий еще. Поехали. Во-во-во, сейчас звонит братишка. Поговорим с ним. Да, 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 Анур, с Новым годом! Два, три, 4, 5, и тебя тоже с новым счастьем. Спасибо. 1450, йоу, брат. И 1450, и где-то 7 километров, наверное. Или 6 километров. Ты сейчас что, бегаешь еще? Я, короче, делаю 2018 отжиманий и 20,18 километров. Я машина, бро! Охренеть. Блин, вот ты сейчас для меня, знаешь, вообще вот уважение прям. Да я сам в шоке, что я такое исполняю. Ты, короче, Мавлид 2.0, да? Да, я Мавлид, версия 2, короче, перерожденный. Версия 2. Блин, мне тоже надо переродить. Скоро-скоро переродишься. Оно же потихоньку идет, оно не так, хоп, переродился, а
постепенно одно сделал, потом второе, потом третье, и ты уже совсем другой. Понятно, понятно. Ты сейчас где вообще? Я в дендропарке. Базаров нет, один? Да. Базара нет. Что, на видео что снимаешь или нет? Да, на видео снимаю. Понятно, понятно. Блин, голос у тебя прям такой, знаешь, живой, энтузиаст. Я прям заряжаюсь. Я тут, знаешь, Да я тоже сам заряжаюсь. Я заряжаюсь вообще от всего вот этого. Я тут еще видел марафонцев, они полумарафон бегают. Человек около 10 где-то, я точно не считал, 5-10. Ага. Надо к ним подойти еще, если успею, подойду, поздороваюсь. Но я сейчас тут доотжимаюсь до 1500. Да. Ну, плюс, ну, короче, мне тут 50 отжиманий доделать. Да. И, может быть, чуть больше сделаю, и потом домой буду бежать. Цель по-любому надо иметь. Какую-то цель. Вот ты от чего начал вот это вот все? Свой путь. Свой путь я начал с того, что хочу прожить как можно дольше и как можно больше пользы принести людям. И это все для того, чтобы польза была всем моим близким. В общем, друзья, всем, кто еще здесь на 1600 отжиманиях, я вам не советую делать 2018 отжиманий и пробегать 20 километров, если у вас слабое сердце, слабые суставы и вы физически не подготовлены. А всем остальным, ребята, это просто супер, это круто. Делай перерыв, съешь хурму. В общем, я не знаю, GoPro еще дышит, нет. Но вон там на светофоре я его проверил. Вроде еще дышит. Осталось немного. Где-то 2 километра добежать до дома. И познакомился с ребятами, с бегунами. Классные вообще ребята. Парни, девчата. Вот. Добавили они меня в свою группу в WhatsApp. Так что по возможности буду с ними бегать. Все. Немного добежать до дома. Будет 11 полных километров. Но я еще на районе кружочек дам, чтобы 11 точно было. 1600 отжиманий есть. И это вообще нечто. Фух. Сейчас ощущение, как будто печень выскочит. Движок выскочит. Но надо топить. И добежал до дома, и я не знаю, сколько я бегал в дендропарке, но 2 км там точно есть. Ну пусть будет 2. И получается 10,6 километров. Сейчас я пробегусь чуть-чуть в обход, добавим 400 метров, чтобы было 11. И потом нам останется 9 км пробежать и 418 отжиманий. И красный, да? О, конкретно красный, как помидор. А так нет. А, солнышко, братан. Все. Еще 400 метров. 400 отжиманий.
9 километров, 180 метров и 18 отжиманий. Все, захожу домой. Чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Всего лишь 9 километров пробежать. 9200 километров и 18 отжиманий. Я 2000 отжиманий уже сделал. Мне оказывается, не 400 надо было сделать, а 500. Да, я там со счету сбился, думал, 1600 сделал, а оказывается, 1500 я сделал до этого. Вот. Я сейчас смотрю, даже записываю количество. Записал, думал, о, 2000, смотрю, 1900. Ё-моё, думаю. Ну, доделал, стольник добил. Все, теперь бежать. Ну, где-то 1.5 часа мне надо. Теперь добежать до туда. И все. Сейчас я быстро сок попью, чем-нибудь закинусь и двину бежать.
feel my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now. To some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you. Touch the moment you took my hand, led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight led. I pulled you.
what you want from me. I'll give you everything, all that and more, you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen. Ощущение, как будто я персонаж какой-то игры и прохожу квест. Вот. Это Royal Club. В октябре, когда я бежал десятку, мы стартанули отсюда и побежали почти до Бозарыкского кольца. Там разворот и бег до площади Наурыз. Это было тоже жестко, знаете. Это было нереально жестко, потому что там бег был непрерывный. Для меня десятка, как для все еще мало натренированного человека, ноги потом просто подкашивались. Да что скрывать, они сейчас подкашиваются. Все, я сейчас здесь 5 минут постою, потому что мне тетя звонила, надо ей перезвонить, поговорю. И дальше топим, бежим! И вот она мега, 6,5 км готово, еще 2,7 туда вниз по Таукихана и немного освежусь, лицо холодной водой охота умыть, чтобы в себя прийти. Топим отсюда до Парка Победы, это 2,9 км, чуть больше запланированного. Ну ничего страшного. Зато зафиксируем.
down so low. Is this what I was meant to see? How was I to know? I don't know. Been waiting for some time, but part of me is holding on. Вот он, Парк Победы. Вот. 100 метров до него. Все. 20,18 км сегодня пройдено. И я уничтожил ноги. Просто в хлам раздавил их. Потому что я никогда столько не бегал. Сколько там? Секунд. Зеленый свет. Да, 18, я уже говорил, километров пройдено. И осталось 18 отжиманий. Все, едем домой. Реально едем. Друзья, все еще первое число. 21:36 время. И осталось 18 отжиманий. Ну, буду делать упор на левую руку. Вы, наверное, уже заметили, что правый локоть я давным-давно уничтожил. Еще на 800 отжиманиях. Так что, чтобы его не травмировать, накрошка камеру. Снимай. 18 сразу же. Надеюсь, получится. Все, я сделал. Крошка, это благодаря тебе. Тебе и малышу. И обычно, когда спортсмен там, ну я не спортсмен, я даже не бегу, не воркаутер, но я просто решил сделать и сделал. И обычно они посвящают это кому-то, но тебе и малышу я не буду посвящать это. Потому что вам я еще посвящу много чего крутого. И вся моя жизнь автоматически посвящается вам. Но именно это я посвящаю своей маме, своему брату, родному, любимому. И твоей любимой я это тоже не посвящаю, потому что твоей любимой будешь посвящать ты. И в тебе огромный потенциал есть. И ты просто тоже из тех людей, которые могут менять мир. И у тебя все получится. Да и всем своим родным и близким тоже посвящаю. Тете, сестрам, племянникам, братьям. И тебе, друг. Каждому, кто посмотрел. Спасибо за просмотр. И в этом году, я уверен, много парней выполняют также 2018 отжиманий, потому что традиции меняются, мир преображается. И все те, кто также делал 2018 отжиманий в честь Нового года, у меня есть такая мысль, что давайте друг друга поддержим. И я в описании сделаю ссылки на каждого человека, кто выполнил 2018 отжиманий, и каждого прошу сделать то же самое. И ощущение, как будто во мне просто бомба сейчас взорвется. И все благодаря человеку, который сейчас держит камеру. Люблю все. Тебя. Я тебя люблю. Все, друзья. Я думал, это невозможно. Это невероятно, но возможно. И кто хочет, кто уверен в себе, что сможет так же, давайте, ребята, сделаем бомбу. Все? Все. Покосы какие? У меня хоть не размазанная? Нет.
красиво. Айка, да. Привет, Анур. Привет. Ты, конечно, готова. Все. 2018 отжиманий. И 20,18 километров. Мы команда, мы машина. Дай 5. Еще раз. Во, все. Ты тоже команда, ты тоже машина. Стамились вместе. А у нас у всех есть командующий Биг Босс. Вау! Мау-мау-мау! Все, готово. Ну, завтра буду делать монтаж и, наверное, послезавтра 2 дня займет. Так что где-то 3 числа вечером выложу видео. Будем смотреть. Будем лайкать. Смотреть, лайкать, да, в комментарии писать всем своим знакомым, отправлять. И вот Полина, моя мотивация. Малыш, моя мотивация. Маман, моя мотивация. И ты, моя мотивация. Ага.